Здравствуйте, друзья! Мастер-дизайн интерьера представляет бюджетный дизайн маленькой кухни. Создание бюджетного дизайна для маленькой кухни требует внимательного планирования и креативного подхода. Вот несколько советов, которые помогут вам добиться стильного и функционального пространства, не превышая бюджет. Планирование и измерение. Тщательно измерьте кухню, знайте точные размеры пространства, чтобы избежать ошибок при выборе мебели и техники. Создайте план, составьте планировку, учитывая зоны для готовки, хранения и обеденной зоны. Цветовая палитра. Светлые цвета, используйте светлые оттенки для стен и мебели, чтобы визуально увеличить пространство. Акценты, добавьте яркие акценты с помощью текстиля, посуды или аксессуаров. Мебель и техника. Модульная мебель, выбирайте модульные и многофункциональные элементы, которые можно адаптировать под разные задачи. Компактная техника. Приобретайте технику небольших размеров или встраиваемые модели. Хранение. Полки и шкафчики. Используйте вертикальное пространство, устанавливая полки до потолка. Организация. Купите или сделайте самостоятельно органайзеры для ящиков и шкафов. Освещение. Основное освещение. Установите яркие потолочные светильники. Дополнительное освещение. Добавьте точечные светильники под шкафами или светодиодные ленты. Сделай сам перекраска, обновите старую мебель, перекрасив ее в новые цвета. Декор, сделайте декор своими руками из подручных материалов. Аксессуары. Текстиль, обновите шторы, скатерти и полотенца. Растения, добавьте несколько растений для свежести и уюта. Вторичный рынок. Секонд-хенд и распродажи, ищите мебель и аксессуары на распродажах, в секонд-хендах или на онлайн-платформах. Примеры бюджетных решений – столешница, используйте ламинат или крашеное дерево вместо дорогого камня. Фартук, замените дорогую плитку на самоклеящиеся панели или виниловые наклейки. Стеновые панели, воспользуйтесь самоклеящимися обоями или декоративными панелями. Вдохновение. Просматривайте идеи на Pinterest и других дизайн-платформах, чтобы найти вдохновение и увидеть, как другие люди обустроили свои маленькие кухни с ограниченным бюджетом. Эти советы помогут вам создать уютную и функциональную кухню, не тратя при этом много денег. Для получения дополнительной информации, вы можете перейти на другие видео в конце этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео.